Кей Олимпиады – это возможность выявить детей, которые хотят чуть большего и понимают, что они готовы на чуть большее. Потому что это то качество и та компетенция, которая просто необходима уже в современной жизни, в современной реальности. Институт филологии и журналистики Нижегородского государственного университета стоит, можно сказать, у истоков нижегородских умников и умниц. Это, конечно, не случайно, потому что ведущие преподаватели языка, литературы, безусловно, у нас. И то, что мы на протяжении 5 лет не только проводим эту Олимпиаду, но и добиваемся результатов. Наши дети попадают в финал, выигрывают финал. Это и есть, наверное, главное достижение наше. У Олимпиады этой две стороны. Во-первых, участие в ней – это такая серьезная интеллектуальная тренировка, независимо от того, какие результаты будут достигнуты. А что касается университета, то для нас главное все-таки уже найти тех ребят, которые захотят учиться у нас, посвятить свою жизнь науке. И в конце концов не нужно забывать, что есть вполне материальные осязаемые бонусы, которые получат те, кто будет участвовать в этой Олимпиаде и потом будет поступать в Нижегородский государственный университет. Каждый год мы эти темы придумываем мучительно. И всегда стремимся к тому, чтобы сохранялся какой-то региональный контекст. Хочу сразу подчеркнуть, что слово «региональный» не означает «провинциальный», в чем-то уступающий центру и так далее. Имеется в виду, что все-таки Нижегородская Олимпиада должна уделять какое-то внимание Нижнему Новгороду. А Нижний Новгород – не только сам город, но и те территории, которые располагаются рядом с ним – это нечто весьма важное для истории русской культуры. Первая задача, которую мы должны, это выявить талантливых ребят. Выявить талантливых ребят – это наша задача нашего регионального центра, а дальше уже мы занимаемся развитием этих ребят.